Бассейн реки Вожи, протекающий через территорию Рыбновского района, один из самых богатых на исторические находки районов Рязанской области. В ходе археологических исследований, особенно начиная с конца 90-х годов 20 века и по наши дни, отсюда были получены богатые материалы. До настоящего времени эти уникальные находки почти не выставлялись на обозрение публики. Выставка действительно первая, хотя мы часть вещей показывали ежегодно на военно-историческом фестивале, который проходит в августе месяце на территории села Глебоуградище, где ежегодно проходит военно-исторический фестиваль, посвященный победе русского оружия над татарами в 1378 году. Но это небольшие результаты, которые в основном показывали только те находки, которые были найдены за тот или иной период. Здесь же объединены все наиболее интересные, более яркие находки и вещи, которые представляют самые интересные памятники, можно сказать, с территории среднего течения Вожи. Многочисленные находки остатков ископаемых животных, мамонтов, шерстистых носорогов позволяют предположить, что заселение этой территории началось с эпохи Верхнего Палеолита. То есть, вполне возможно, уже 40 тысяч лет назад здесь жили первые люди. Освоение бассейна Вожи активизировалось в эпоху бронзы и раннего железного века. А в 8-10 веках на этих землях поселились первые славяне. В тот же период появляются многочисленные поселения и основывается город Глебов. Нужно сказать, что эта территория действительно очень богата не только на находки, но и на сами памятники археологии. В настоящее время здесь известно 35 объектов археологического наследия всех эпох, начиная от конца 3-го, начала 2-го тысячелетия вплоть до 17 века. Вожская земля скрывает еще много тайн, которые археологам только предстоит раскрыть. Уникальная выставка «Тайны Вожских берегов» будет работать в течение месяца во дворце Олега.